Всем огромный привет, очень рада вас видеть на своем канале. Еду я сейчас из Сухума, и по дороге как раз хочу немного вам рассказать, почему меня спрашивают, почему же, Ира, ты выбрала именно Гудаутру? Ну и вообще, какие я вижу минусы и плюсы в данном городе. Это будет сугубо мое личное мнение. Живу я в Гудауте с апреля прошлого года. Вот, полтора года уже я живу и в Сочи, и в Гудауте. И считаю, что Гудаута очень удобный город, потому что там все, на мой взгляд, достаточно правильно сделано. Это компактный город, население 8,5 тысяч человек. У нас новые асфальтированные дороги и в прошлом году были сделаны, и в этом году продолжают делать, что, конечно же, очень приятно. Он такой весь правильный, расчерченный, прямые улочки, фактически ровный рельеф. То есть это тоже как-то понятно нашему русскому взгляду, да, особенно я после Сочи, где вот эти вот все узкие тропки, нет места для парковок, и вообще такие миллиметражи иногда мы делаем для того, чтобы проехать, да. Конечно, здесь вообще нет никаких проблем с парковкой, с эвакуаторами, очень удобно. Есть рынок центральный, есть магазины самые необходимые. Да, город небольшой, компактный, но в принципе для жизни все необходимое есть. Мне нравится, что рядом расположен Новый Афон. Это 20 минут езды от Гудауты. Очень красивый райончик, где можно приехать вечером, погулять в парке или там какие-то есть развлечения. В Гудауте у нас развлечений особо никаких нет. Вот, поэтому за развлечениями это либо в Гагру, либо в Сухум, либо в Афон. Также в Гудауте считается, что преобладает местное население коренное, которое больше других районов соблюдает свои традиции. Даже иногда такие забавные истории рассказывают. Но, наверное, про эти истории нужно снять отдельное видео, потому что, конечно же, на наш русский взгляд все здесь достаточно своеобразно. Также мне очень нравится, что у нас очень чистое море, потому что в Абхазии, к сожалению, море уже чистое не везде. Особенно Гагра, старая Гагра более-менее, новая Гагра вообще никому не рекомендую там купаться, потому что это на самом деле уже становится опасно для жизни. В Гудауте считается одной из самых сильных течений, поэтому море не такое кристально чистое, прозрачное, вернее, как в Пицунде, но по чистоте воды очень хорошее. Что мне не очень нравится в Гудауте, это то, что городок небольшой. Если, допустим, мы будем сравнивать с Гагрой и Сухумом, то там как-то особо никто ни на кого внимания не обращает. В Гудауте очень многим местным жителям скучно. И, конечно же, я являюсь объектом такого пристального внимания, поскольку я девушка такая достаточно яркая. Вот. И, конечно же, все очень обращают внимание, что я вообще делаю, чем я занимаюсь, с кем я, где я, зачем я. Вот эти моменты немножко меня напрягают. Ну, то есть, допустим, если я хочу пойти в кафе, то я не пойду в Гудауте в кафе одна. Потому что если я приду в кафе одна, сяду там пить кофе, то сразу начнется куча вопросов, куча каких-то ненужных знакомств и всего прочего. Вот, то есть, если я там с подружкой или с друзьями еще могу пойти, то одна я просто сажусь и элементарно еду там, не знаю, в соседний район, чтобы пойти одной спокойно посидеть в кафе. Вот. Ну, это такие как бы мелочи, наверное, на них не стоит обращать внимание. Красивый очень город, такой чистенький сейчас уже становится, прям приятно смотреть, как он меняется в лучшую сторону. Вот. Ну, конечно же, если вы в Абхазии выбираете между каким городом вам жить, то в каком городе, вернее, вам жить, то, конечно же, здесь нужно понимать, где у вас будет работа. Да, многие местные умудряются ездить каждый день из Гагры, например, в Сухум. Я знаю таких людей, но это, конечно же, очень сложно. Я думаю, что работу нужно выбирать однозначно в том районе, где ты живешь. У каждого района есть свои плюсы и минусы. Гагра тоже очень популярная, но я вот лично в Гагре бы точно жить не хотела. В Сухумах тоже есть свои плюсы, там больше возможностей. Город мне немного напоминает мой Иркутск, но он такой более суетной. Даже вот, допустим, за рулем, когда я еду, если в Гудауточке меня все пропускают, я тоже все пропускаю, то в Сухуме все носятся как сумасшедшие, все такие злые, куда-то торопятся, и днем очень часто бывают пробки. Вот так.
такое у меня получилось видео про Гудаутом. Если было полезным, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, я, конечно же, всех была очень рада видеть на своем канале. Стараюсь снимать для вас больше видео, просто очень часто бывает, что просто физически нет возможности, потому что жить на две страны – это очень сложно. Практически каждые 2-3 дня я езжу в Сочи, и здесь у меня работа, и там у меня работа, и тут родственники, и там родственники. В общем, всем нужно уделить внимание, поэтому, конечно же, это сложно. И еще, тем более, пытаться снимать видео по дороге, пока едешь с одного места в другое. Движение, кстати, в Абхазии тоже становится лучше с каждым днем. Да, понятно, что крейзи еще хватает на дорогах, которые идут на обгон по сплошной, двойной. Но зато у нас теперь светлая трасса в темное время суток, разметка и более безопасное движение, на мой взгляд, если сравнивать его с предыдущими годами. Всем отличного настроения, хорошего дня. Всех целую и обнимаю. Большой-большой всем абхазский привет.